Приветствую зрителей своего канала. Находитесь на синхронизации моей жизни. То есть синхронизируем. Вот будем, в общем, печь грибную пиццу. Грибы, то есть получается, они были сушеные. Их мы залили водой, холодной водой. И они, получается, у нас там где-то буквально пару часов были. В воде они побыли, и потом, то есть, их стали обжаривать. Сейчас попробую так видео снять. В случае чего посмотрим. Думаю, не последний раз, так буду, то есть, подробно снимать. Сейчас просто не хочу, чтобы слишком долгий ролик был. А то затянется все это дело. Так, а из этого теста мы, получается, на две пиццы. Сейчас я возьму ножичек и так, в общем, так вот я отрежу. На другую пиццу мы немножко по-другому там она будет дело. Все вот так вот можно закатать. Так, и эту порежем в случае еще. И все ровненько. Так, и сейчас вот так вот ее немножко вытянем. Сейчас она растянется. И масло нальем. Все. И чтобы полностью весь на противень. С одной стороны так вот подтянул. С другой стороны. Сейчас все ровно, равномерно. Сделаем мухой на метле. Все быстро. Ой, как четко все. Все. Всю жизнь пиццу готовил. Поэтому опыт есть. Знаем все. Так, ну и все. Так как будет две пиццы, то, в общем, получается половину всего. Кладем это дело. Сейчас я пока так наложу, покладу. Все, видите, кулинар какой. Алло, гараж готовит. Не забываем. Подписываемся, пишем комментарии там. Все дела, все четко, все. Все вообще шикарненько. Шикардос. Будет все. Шикардос, все как учили. Все. Чтоб не забалуешь дело. Так, теперь огурчики также. Вот так вот лучше будем делать. Я бы вообще, если честно, все бы вместе вот это все перемешал бы и уже чисто половину готовую смесь бы сюда уже клал бы и все. Было бы вообще четко. Четко было бы, четко. Даже трансляцию за самой провести. Премьеру ролика. Так, и с краев тоже положим, чтобы не был там один хлеб у нас. Вот так вот. То потом скажете, что один хлеб по краям там. Не знаю, все это дело напишут там. Диванные эксперты все. Ну, не все, конечно, но есть диванные эксперты, там все будут знать. Так, и вот эта вот такая вот штуковина. Перец, в общем, зеленый. Зеленого перчика сейчас тоже вот сюда забабахаю. Вообще шикарно будет. Сейчас еще смесь буду наводить будем. Много, да? Вот. Все. Пока вот так вот. Так, вот они, грибочки с лучком. Вообще шикарненько. Можно ложкой ложить. Я лучше так положу. Ну, это будет
равномернее это дело все. Пишите, какая у вас погода. У нас то ли снег, то ли дождь. Ничего не понять. Все. Много не будем сюда. С краешку. Вот. Грибочки положили. Так, в общем, все переложил сюда на пиццу, как я ранее сказал, я бы так и сделал. Майонез слободу берем. Так. За рекламу никто ничего не платил. Просмотров мало. Вот столько выдавили тут. Граммовка получается, скорее всего, где-то 3-3,5 ложки с горкой столовых. Так. Шашлычный Балтимор. Кетчуп сюда добавляем. Тоже сколько у нас тут дела получится. Такая вот штучка есть. Вкусненькая, кисло-сладкий. Вместо кетчупа добавим это дело. Все можно. Ставим. Пригодится. Так, и все. Это у нас получается смесь на также на две пиццы. Будут. Перемешиваем, размешиваем. Так, еще добавил майонезика. Так, и все. И сейчас вот так вот. Сейчас я пока так положу, а потом я буду уже размешивать все это дело. Тут что-то много грибочков. Кулинар, видите? Все четко, не забалуешь. Что добавить? Шикардос, как это дело. Так, пицца, ну, получается много очень начинки, что тут. Да и вообще, в общем, на три пиццы, скорее всего, у нас все это дело хватит. Сыра тут вообще не знаю. Сыра, да, как будто больше трех пицц даже хватит. В это время самое поставить лайк и написать комментарий. Пока молчком делаю. Да, я еще хотел на видео тередок, тут минут на 30 можно было растянуться. Так, и все, ставим в духовку, в разогретую. Сейчас где-то температура где-то 180-200 градусов. Ставим на 20 минут, потом посмотрим.
Так ровно делалось 20 минут, то есть одна сторона 10, потом перевернули, и другая сторона 10. Она, видите, поднялась как бы четко. Единственное, сейчас она остынет минут за 20-30, и потом будем уже резать. Тесто у нас бездрожжевое, слоеное. Всем спасибо, подписываемся на канал, пишем комментарии, также смотрим плейлисты. Всем приятного аппетита!